школе традиционная осенняя ярмарка. Игорь сегодня торгует. И Дима будет торговать. Иди сюда. Дети любят эту традицию. Эту суету, эту игру в торговлю. Сегодня, в этот раз, Игорь торгует канцтоварами. А Дима будет торговать пирогом. Вот его пирог. Канцелярский стол. Радостно возбуждение. Дети, здравствуйте. Выходят на ярмарку. Пройдемся, посмотрим, чем торгуют дети. Какая толпа. И не подойдет. И не подойдет. Чего-то столько нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего тут только нет? Желтая куртка. Так, а что там? Что там? Ну, я не только твой охранник, я еще и Виталик, привет! Смотри, что здесь. О, сколько сладостей. Сколько всего. Еще не все разложились. Что у нас тут? Дары природы харьковские. Вообще не подойти. Вот такое столпотворение. Я же так и знал, что я заберу, только хотел взять. Не протолкнуться. А где же Дима? Так а что нам смотреть? А вот и Дима. Дима, ты уже торгуешь? Здравствуйте. Ладно, делай мне большую пару. Васька, двигайся туда. Вероника, или иди к Ване вон туда. Продолжаем репортаж. Пришла бабушка помогать. А что тебе дали? Мне уже половину пирога продали. Смотрим, все в разгаре. А, еще кто-то выносит столы. Тут продают все. Харьков — город торговый. И дети приучаются торговать с самого раннего детства. Наверное, нужно вести в школе урок торговли. Что здесь? Так, смотри аккуратно. О, какие пинчик-люшки. О, какие тут вкусняшки. И варенье. И даже чесночок. Только сало нет. Сало не продает. А позвоните мне. Нечего купить, да?
Ходят дети, думают, ну что потратить денежки. Ну, а это что такое? Это все забудем. Вот что это? Продаем и едим, да? Вот так вот. Что не продадим, то съедим. Ясно. Все едят. Ага. Это прям целый пикник. Это малые сорочницы. Что же это происходит? Все деньги, все. Все. Я могу сказать. И все в радостном возбуждении. Что мы тут маем? Маем мы тут все. Что душа угодно. Пива нет. Да? Это в другом месте. Это не Октоберфест. Это детская школьная ярмарка. Вот такая она. Ярмарка 52-й школы. Школьный мистер. А еще есть и синяя ярмарка. Это Дима уже ходит что? Он хочет штучки взять. А, ты вот так ходишь, да? Все ходят, я хожу. Лавушка осталась, ну что это? А Наталья Александровна подошла. Ну, что-то канцелярские принадлежности. Не пользуются спросом канцелярские принадлежности, да? Купили ручку. Ручки купили, да. Красивая. Ну, вот, зрители, посетители. Ну, ладно. Мы получили представление о том, что такое школьная ярмарка нашей школы. Смотрите наши репортажи на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. О, Дима что-то приобрел. Ты что, купил? Да, за 10 рублей. Понятно. Ну вот. Что приобрел, то и потратил, да? Вот. А тут подпольная торговля. Идет не со столов, не санкционировано. Деньги пойдут в фонд школы. По крайней мере, большая часть. Кто не успеет, дети съесть. Ну все. Bye-bye.